Так, тортик. Ну, тортики нарезать пока не буду. Mm-hmm. Свечечки я не втыкала, потому что тортика не хватит. Да и свечечек. Ну, давай. Дорогая. Я надеюсь, что дорогая. Сегодня день твоего рождения. Какая новость? Златоустый. Давай, давай, давай. Я хочу сделать тебе подарок. Это естественно. Подарок, который будет долгие годы напоминать тебе о моей неугасимой любви. Заинтриговал. Даже тогда, когда меня уже не будет. Так, ближе к теме подарка, пожалуйста. Пусть этот подарок будет для тебя бесценным. Сошел с ума? Петя. Петя, это то, о чем я мечтала? Да. Мамочка, это бриллиант. Это бриллиант. Подожди, не открывай. Только скажи. Да, это бриллиант. Сошел с ума. А что такое бриллиант? Алмаз. А что такое алмаз? Я не знаю, я не помню. Алмаз – это графит, который пролежал миллионы и миллионы лет под давлением. А теперь открывай. Ой, мать, карандаш. Да, графитовый. И когда-нибудь он обязательно превратится в то, о чем ты так мечтала. В настоящий бриллиант. С днем рождения тебя, дорогая. Живи миллион лет.